Доброго дня. Сегодня на коллекции у нас миска и кувшин медный. Ну, еще медный предмет. Вот такая вот девочка. Русалочка. Хвост у нее. Смотрим. Вот она, я ее почистил. Это, наверное, бронзовая, скорее всего, темная. Такая бронза обычно бывает, как медь. Становится вот так вот. Тут откуда-то она была, наверное, отклеена, содрана с какого-нибудь, может, комплекта. Тонко прописаны детали. Голову я ей помыл, видите, чуть-чуть заблестел. Ну и сзади я с нее начал тоже, видите. Так вот она светлее стала. Видите, какие формы, волосы прописаны. Ну так ее хорошо посадить. И будет она у вас сидеть. Это она, скорее всего, наверное, медная, что ли. Или бронза. Ну, блестит как, все-таки как медь, поэтому она пойдет в комплекте в этом. Ну так вот, здесь диаметр 19 сантиметров, тоже, видите, старинный, уже подтерлась. Причем и здесь комплект, он, видишь, тоже потемнел. Почистил я его, когда он стал блестеть, видите, как новенький. Потом отделка еще, что, так скажем, интересно. Отделочка есть вот у нас латунная. Ручка тоже почистил, заблестел, но не до конца. Вот она, видите, темная еще. Здесь потом пошла светлее. Дальше здесь то же самое я почистил. Он был весь черный, грязный. Вот, не могу сказать. Вот, видите, латунный отдел то же самое. И здесь тоже. Вот так. Клеем нету. Но все равно вещи ценные для меня. Продавать жалко, но приходится. Вот. Вот такая вещица. Если кто знает какой-то период, подскажите. Так что до новых встреч. Смотрите тоже, какие новинки, если у меня бывают. Пишите. Может, поделитесь каким-то. У кого что-то тоже интересное есть, я посмотрю. Смотрите еще фото.